интенсивно, не понимаю, почему, когда я спала 3 часа 45 минут, 5 часов 17 минут, мне было гораздо лучше, чем сейчас, когда я спала 5 часов 25 минут. В чем проблема? Я сплю больше, но мне все равно хочется спать больше. Я встала 10 минут позже, и у меня уже внутри страх, опасание. Ой, не знаю. У меня еще 3:53. Не знаю, спит, спит. Конечно, спит. Можете сказать легко, Машечка. Чего за фигня? Просто это все в голове. Так, у нас уже традиция с утра. Приглашение планов на день. Сегодня у меня 7 уроков. Part of my life is you alone. My doubt can take control. Need you to say that we're. На ближайшее время суток. Также говорю, да, вот я только что пришла со школы. Сейчас собираю обед с прекрасной Джаней Картошечкой. Вот, потом мне нужно будет работать по истории, 2 темы. Конец недели, можно было бы отдыхать, но нет. Завтра в школу, и еще мне английский тоже мне нужно будет делать. Вот, я не знаю, есть ли у меня там устная домарка, если нет устной домарки, которую нужно будет скинуть, то это вообще замечательно. Much effort, guess you thought that you could let up, but even that wasn't enough to make you stay. And I can't help but feel so stupid, and I know that I'll get through this, but we both know I didn't want it to end this way. And it's crazy because I thought you'd be the rest of my whole life, and I hate that in reality you didn't even want to try, and I hate that I know that my heart will end up more broken than yours will ever be. And it's crazy because we both know that I really deserved the best, but it makes me so mad because I knew you were capable of that. But you convinced yourself that you were not. And at the end of the day, that's not my fault. Сейчас 22:40, я все-таки решила лечь пораньше. Относительно раньше, потому что обычно я ложусь почти в час. Надо что-то как-то, что-то менять в этой жизни. Не знаю, логично ли это сейчас распитать косички, но я не могу их никуда собрать. Лучше распяту, наверное. Но небольшие волны есть. Я люблю такие волны. Но мои волосы достаточно прямые. Мне это не нравится. И сейчас у меня еще есть, ну, минут 20 точно. Вот урок 8. Ну как, нужно зайти в школу до 8. Вообще 8:05 уже звонок на урок. Как не знаю, явка. Вот. Не знаю, я хочу почитать. Нужно ее дочитать. Планирую ее дочитать 20 марта. Thank you.
Озон доставляет быстрее, чем Wildberries. Потому что мне нужна была посылка прийти 15 марта. Пришла сегодня. Так, уже 12:54, мне нужно по-быстрому пообедать. Я уже, ну, как бы вчера сделала весь английский, поэтому мне есть полностью время. Так, сколько? Ну, так, час-два. Два часа примерно. Вот сейчас хочу посмотреть, что я просто отдохну чуть-чуть. Вот. Потом я начну делать школьную домашку, потому что историю я не успею. Потом, когда я приду, я сделаю историю. Наконец-то уже. Надо съесть две темы в день. Я сделаю всю оставшуюся домашку. И тогда завтра у меня будет полностью день на монтаж. Если ты досмотрел до этого момента, респект, уважуха. Я пересматриваю свое первое аниме. Да, пацанов, это было первое аниме. И манга, которую я прочитала. Это было, наверное, года 4 назад. А может, больше, я не знаю. А вот это мое хоть и временное, краткосрочное, но спасение. Потому что у меня двое кошек дома живут. Ну, кошка. И черные вещи становятся абсолютно не черными. Пошла с английского, наверное, часов 6. Я шла, я очень замерзла. Очень холодно, очень-очень холодно. Мне кажется, меня не слышно. Я шла быстро, у меня прям нормально грелось, но у меня очень все равно все замерзало, вот, да. Гастрит. Очень вкусно, со сливками, необычный вкус. Не знаю, впервые в жизни пробовала кофе со сливками. Наверное, очень странный человек.
Я буду говорить полушепотом. Я не тебя слышу на камере, потому что у меня спит человек на фоне. Ксюша, которая смотрит это видео, хай. Я только закончила свои дела. Это у меня осталось, ну, такие два незначительные, да-да-да. Ну, хотите прикол? Последний раз, когда я говорила время 19 с чем-то, Доброе утро, девочки. В общем, я надеюсь, что это видео вышло и предыдущее видео вышло. Оно же было или это одно? Я не знаю, я что говорить. Я, короче, все, я больше не буду ставить предположений. Вот. Поэтому так. Так что я надеюсь, вам понравилось это видео. И да, я надеюсь, до встречи в новых роликах. Потому что у меня очень много идей. Очень мало силы воли, чтобы заставлять себя что-то делать. Но, наверное, нет, я уверена, что мое желание пересиливает это. Вот. Поэтому всех люблю. С вами была ваша Маша. Пока. Bye. Все, хватит. Заканчивайте.